сильная, смелая. Она чертовски обаятельна и не менее опасна. Никто не устоит перед ее сногсшибательным образом и невероятной мощью. Трепещите, враги, легкой поступью хищницы. Она уже вышла на тропу войны и готова к подвигам. Встречайте очаровательную представительницу нового невероятно сильного и могущественного класса – инженера. Взять под контроль силу огневых пушек и смертоносные пули – дело непростое. Именно поэтому инженером могут стать только представительницы слабого пола рас кастаник и высших эльфов. Слабый пол? Пусть вас не вводит в заблуждение внешняя хрупкость этой хищницы. Подобно хрустальной вазе рассыплются все ваши сомнения, когда она выйдет на линию огня в полном вооружении, наставив на тебя дымящееся дуло своей мегапушки. Инженер сражается на средней дистанции, что позволяет ей избегать прямого контакта с врагами. Но несмотря на высокую мобильность и невероятный арсенал всевозможных уловок, она носит тяжелую броню, равно как и смертоносные снаряды пушки. Ее великолепное тело, закованное в латы, сражает наповал всех, кто встречается на ее пути. Словно ловкий снайпер, она искусно обращается со своей огромной пушкой и никогда не промахивается. Инженер – лучший охотник за головами, и никто не сравнится с ней по силе и возможностям. В арсенале инженера множество пушек и мощных умений, и она без угрызений совести всегда использует их в бою. Кроме этого, она призывает помощника, который сражается вместе с ней. Вряд ли найдется более близкий и верный ей друг, чем этот миньон. Используйте умение «Заградительный огонь», чтобы накрыть противников огневой волной. Каждое попадание увеличит шанс критической атаки и увеличит урон, который наносит инженер. Ни один враг не уйдет из-под обстрела. Хотите повеселиться? Бомбардировка доставит вам массу удовольствия. Выберите область на земле и используйте умение, чтобы устроить для врагов дождь из мощных снарядов. Возьмите ситуацию под полный контроль. Урон от умения, с большой вероятностью, ошеломит ваших противников. Хотите знать больше? Инженер настолько могущественный класс, что может одним пальцем уничтожить сразу нескольких врагов, не получив и царапины. В этом вам поможет месть Балдера. Сконцентрируйте магическую силу в своих руках и сделайте выстрел. Враги перед вами получат критический урон, в то время как вы будете полностью неуязвимы. Чтобы сражаться в полную силу, инженеру необходим особый параметр – сила воли. Чтобы повысить ее запас, просто наведите пушку на врагов и выпустите залп картечью, заставив врагов истекать кровью и молить о пощаде. За каждое успешное попадание вы будете восстанавливать свой запас силы воли. Пора показать чудеса ловкости. Чтобы уклониться от атак врагов, воспользуйтесь перезарядкой с перекатом. Изменив свою позицию, удивите противника внезапной атакой и получите боевое преимущество. Но и это еще не все уловки инженера. Пришло время познакомиться с маленькой, но очень серьезной игрушкой, которую она приберегла для особо опасных сражений – роботом-помощником. Этот милый робот только на первый взгляд кажется безобидным. Он еще покажет свои смертельные фокусы. Миньон РП во время призыва нанесет урон всем врагам вокруг и будет исцелять раны инженера. Воспользуйтесь командой возвращения, чтобы переместиться к вашему помощнику, не получив урона от врагов. Больших пушек никогда не бывает много, верно? Призовите стационарную турель, универсальную огнестрельную турель, которая будет самостоятельно вести огонь по врагам на расстоянии. Устройте для врагов настоящее световое шоу, используя умение «Разрывной снаряд». Инженер стреляет сгустком энергии по всем врагам, находящимся перед ним. Пора устроить большой бум! Подорвите снаряд, чтобы опрокинуть врагов. Каждое успешное попадание и подрыв будут восстанавливать вашу силу воли. Кажется, миньон РП не прочь позабавиться вместе с вами. Во время действия умения он сделает 5 выстрелов электрическими бомбами в сторону точки подрыва. Когда придет время, отдайте команду самоуничтожения, чтобы взорвать миньона и турель. Взрыв нанесет урон и оглушит всех врагов в зоне поражения. Вы сможете использовать это умение даже в опрокинутом состоянии. Инженер станет отличным дополнением группы как в ПВЕ, так и в ПВП. Кроме обворожительной компаньонки, члены команды также получат в свое распоряжение целый арсенал всевозможных атакующих умений, что значительно повысит ДПС группы. В одиночном ПВП
инженер чувствует себя так же комфортно, как и в ПВЕ. Большая пушка и верные помощники всегда на страже и готовы к любым атакам противников. Благодаря высокой мобильности, мощным атакам, невероятным трюкам и хитростям этот класс станет настоящим украшением любой битвы. Фортуна на ее стороне. Пришло время открыть огонь!